Ну, вот поэтому с тех пор я у моего покровителя на крючке крепко сижу. Понятно. А что же вас заставило теперь действовать по-другому? А я вдруг понял, что с каждым новым делом вина моя становится все больше и больше, понимаете? То есть за ту старую историю я мог просто погон лишиться. А теперь... А у них там с каждым разом аппетит все больше и больше. Так недалеко и до статьи. В особо крупном размере. Причем, как я понимаю, размер это остается у них, а срок особо крупный у вас. Да, это точно. Ну что ж, Евгений Александрович, спасибо вам за откровенность. Рад, что эта неприятная история с квартирами начинает проясняться. Мне тоже на сердце как-то легче стало. Ну, для того, чтобы вам окончательно полегчало, нужно этого казнокрада на чистую воду вывести. Надеюсь, вы мне в этом поможете? Можете не сомневаться. Можете идти, Евгений Александрович. С нас на сегодня хватит. Спасибо, товарищ подполковник. До свидания. Ну, что будем делать? Ну, а что тут делать? Тут подумать надо. Действовать надо крайне осторожно, чтобы наша крупная рыба в тину не ушла. Ну, а в то, что он рассказал, ты веришь? Приходится пока верить.